на Антонова. Тот дальше на Коголева. Антонов бахает от тени и рикошетом от Егора Воронова. Счет становится 1-0. Андрей Антонов. Рикошетом от Воронова резко поднялась шайба вверх. И Карнаухов уже был отыгран. Еронов. Входит Филяев в зону. Классно входит. Может на дальнюю отдавать. Отдает бросок. И шайба заходит в ворота. 1-1. Многие специалисты говорят в плей-офф. Но здесь нам нужно отметить Филяева, который входил зону и отдал передачу на дальний. Сегодня отсутствует. Какой момент у Металлурга. Войтихов перемудрил. Перемудрил Дмитрий. Продолжается атака. Нихнов там едет на пятак. Заломай его. Бросок и сейф там Многачева. Не Большаков сейчас, а Многачев отбил. Еще один бросок. И на этот раз уже классно ловушка играет Сергей Большаков. Результат получился. Сегодня видим мы по-другому совсем. Вот момент у Войтикова. Давайте посмотрим на повторе. Разгадал Большаков, да, финт Дмитрия. Мне больше интересен этот момент Заломая, который решил бросать в касание. Не исключено, что такая. Такая вот мера. У нас второй гол вылетает в ворота Металлурга Максим Парфиевец. Потому что Егор виновник единственный этого момента, мы не можем говорить. Не могут поменяться все это время. Ну и не могут найти, не может найти Юность пока что момент для броска. Шайба в воротах. Максим эпизод. Спасибо за оперативный повтор. Вот отскакивает. А нет. Все, тут, все, тут конечно, правил, предел, да. Правил. Лев. Антонов бросать будет? Нет. Напугал только Карнаухова. Наброс и 4-1. И Максим Рассейкин, да? Да, Рассейкин. Получается, в передаче случай, когда один и тот же хоккеист в одном большинстве забрасывал две шайбы. Ну, наверняка были. Полезная смена сейчас была от Полищука, в том числе потому, что успели поменяться те ребята из Металлурга, которые очень долго защищались. Еронов, наброс, Михнов, гол! Болельщиков разбудить свою команду и сделать так, чтобы жлобинчане поверили в камбэк. Посвежее. Китаров, Аксентьюк поддерживает эту атаку. Китаров один в один с Мельчуковым. Исправляется Дмитрий. Нужно почистить здесь Чуревачев. Уже не зафиксировали. Останков его бросок. На подборе Соколовский пытался сработать. Мингалеев 1-0. Может убежать. Убегает Денис. Бросоки 5-2. Счет становится. Денис Мингалеев очередной раз говорит свое слово. Зрячий был вот этот выброс шайбы на Мингалеева. Перетерпел здесь Мельчакова. Но все же большего ждал и тренерский штаб, и болельщики Металлурга. Вот сейчас может быть опасная атака 3 в 2. Останков будет искать партнеров. Нет, сам пошел на ворота. Ехали уже разыгравшиеся и показывают то, на что способны. Парфиевец оставляет на Рассейкина, и тот оформляет хет-трик. И вот таким жестом его празднует. Это признак большого мастера. Мог и Парфиевец сам атаковать, но оставил здорово Рассейкину. Ну, мы постоянно об этом говорим, да, и как будто отпугиваем зрителей, но ни в коем случае не хотим это делать. Коголев момент, Мельчаков спасает. Разыграть шайбу в зоне Сергея Большакова. Смотрим момент, который у Коголева был. Недоволен он какими-то решениями арбитров. Михнов бросок! И сейв головой Большакова.